Направить дикую охоту на врагов на Йоль Кодину. В момент, когда идет Йоль, принесите стакан красного полусладкого, поставить его на красный алтарь. И печень быка, примерно 1 килограмм, выложить под вечно зеленое или зеленое дерево. Вино оставить на алтаре на 3-4 дня или бокал оставить в лесу. Под деревом, рядом с печенью, сказать на вино. Один, ты дикую охотой правишь, ты призраков на землю приведешь. Я вам вино налил, и красное на красном, кровью кровь полил. Мое вино вкусите и выслушайте все меня, и ты, и всадников свирепых твоих орда. И идите выносить печень. Остатки крови с упаковки вылить на землю. Упаковку после сжечь до пепла. Можно в другом месте, но в этот же день все делаем по темноте. Сказать. Твоим призракам воинам, их гончим смерти. Мясо в пир. Вы за плотью живой на охоту пришли. Как маг тебя и ясно вижу. И твой отряд на черных скакунах. Вы все на вороных конях, в плащах, в узорных латах. И взор задумчивый такой. В нем смерть струится, в нем покой. И я вам дар приношу, и на моих врагов направить ярость вашу попрошу. Идите к дому их и к их порогу. Над ними пусть вершится ваш правый суд, прошу заклят. И рассказать, что вам сделали. Даже если не знаете кто, найдут истинного виновника и возьмут его жизнь. Как говорят, встретить дикую охоту лучше лишиться жизни сразу, иначе будет мор война. Но, тем не менее, не приходят и нас не спрашивают. Но можно это использовать для себя, по крайней мере, чтобы защитить себя.